Оздоровительный массаж рекомендуют вообще всем людям проходить раз в полгода курсами по 10 сеансов. Он помогает избавиться от таких проблем, заболеваний, как остеохондроз, радикулит, сколиоз, межреберная невралгия, защемление седалищного нерва, ожирение и целлюлит. Также полезно людям при сидячей, при стоячей работе. То есть проблемы есть не только в спине, но и в ногах тоже. При сидячей работе у людей часто образуется сутулость, то есть люди не следят за осанкой, хорошо было бы следить. И помимо массажа, конечно, хорошо было бы еще делать лечебную физкультуру и плавать в бассейне. Чаще всего под оздоравливающим массажем понимают массаж всего тела – спины, рук, ног, головы и в отдельности воротниковой зоны. В зависимости от применяемых масел и техники, массаж может быть расслабляющим или тонизирующим. Но независимо от вашего выбора, данная процедура принесет пользу не только вашему телу, но и придаст бодрости, а также улучшит настроение. Такая услуга может стать хорошим подарком для ваших близких и родных. Во многих салонах предоставляют красочные сертификаты. Сумма в них варьируется от стоимости за один сеанс до полного курса. По мнению английского писателя Марка Твена, кроме массажа, способ сохранить здоровье – это есть то, что тебе не нравится, пить то, что ты не любишь, и делать то, что тебе не хочется. А я думаю, массаж – процедура приятная для всех без исключения. Друзья, не доводите свой организм бесконечными диетами и изнуряющими физическими упражнениями. Помните главное правило нашей программы – в погоне за красотой не забывайте о здоровье.